Всем привет! Я сейчас направляюсь в Турцию и в продолжение наших видео про Россию. Прошлое видео было не очень у нас позитивное, да, три причины, почему нужно уехать из России прямо сейчас. Но тут один положительный момент у нас наклюнулся. Это поезд. Поезд двухэтажный, да, двухэтажный у нас. Самара-Москва. Номер 49, обратно номер 50 идет. Итак, сейчас я вам покажу этот поезд и расскажу, что в нем классного, интересного, что мне в нем понравилось и что не понравилось. И для начала мы тут в купе едем вдвоем с парнем. Его зовут как? Меня зовут Миша, всем привет. Расскажи немножко о себе, чем ты занимаешься. Я работаю не за границей, я заработаю в России. Я директор школы. О, классно. Какая школа? Ну, такая частная небольшая школа в Москве. А что там за предметы? Какие предметы? Ну, это просто обычная школа. Обычная, да? Обычная школа, да. Вау, огонь, классно. Вот, ну ладно, если интересно, Миша наш подписчик, да. Да, скоро буду, я узнал. Да, то переходите на страницу Миши и спрашивайте, не задавайте вопросы про школу. Вот, и я сейчас вам покажу этот поезд. Так, смотрите, какой чистенький вагон. Зеркальце. У нас здесь кран, температура, туалет внизу. Я на втором этаже живу. Идем. Так, вот здесь три туалета. Я тут какой-нибудь дойдем и покажу вам, насколько они все чистые. Вот, чистейшие, прям стерильные, как в больничной палате. В частных, конечно. А камеры вот установлены. Разворачиваемся и здесь у нас первый этаж. Видите, поезд очень чистый, и вот тут кулер стоит, водичка чистая. Конечно, все это бесплатно. С какой целью видеорекламу? Так. А можно я вас две секундочки сниму? Просто хочу сказать, какие... А я знаю, что камера. Просто я хочу сказать, что у нас, а я очень удивлен, что у нас очень красивые поезда сейчас стали. Ну, не все, конечно. Ага. Некоторые. И очень красивые проводники. Вот витрина, кстати, с различными снеками. В общем, все красиво, аккуратно, чисто. Прям очень хороший уровень стал. Жалко, что не все поезда такие. Но, тем не менее, тенденция налицо. Можно, да, вас снять? А? Можно вас снять, да? Не хочу. Ну ладно, не буду. Ну, один минус, конечно, есть. Стало тесновато по сравнению с обычными старыми вагонами. Вот у нас, вернее, тесновато стало по сравнению с такими советскими купе. Вот такой вот поезд. Проводница отказалась участвовать в съемке, стесняется, наверное. Ну ладно.